Сегодня в мире отмечают День памяти узников фашистских концлагерей. В Барнауле возложили цветы к мемориалу славы. Сегодня в Алтайском крае в живых осталось 403 участника тех событий. Еще будучи детьми, они оказались в немецких концлагерях. Во времена Второй мировой войны на территории нацистской Германии и ее стран-союзниц работало около 14 тысяч таких мест заключения. Узников сжигали в печах крематория, отравили в газовых камерах, пытали, морили голодом и заставляли трудиться до изнеможения. Всего за время войны фашисты уничтожили в лагерях больше 11 миллионов человек, из них 5 миллионов граждане Советского Союза. 11 апреля 1945 года американские войска освободили крупнейший концлагерь Бухенвальд. Эта дата была принята ООН Международным днем памяти узников. Самое главное, что мы живы и что я жива, потому что дороже жизни ничего ведь нет на свете, правильно? Я думаю, что это Бог возмещает за все муки, за все страдания.